Я видел сон, что и снее яви. Я слышал топот тысяч лошадей и треск щитов и звон стальных мечей. Наследник мой железный занял трон. И заревели все драконы, как один дракон. Выбор наследника – вопрос крайней срочности. Есть еще претенденты. Перворожденное дитя. Рейнира, ни одна женщина еще не всходила на железный трон. У короля есть наследник, Дэймон Таргариен. Я не буду выбирать между родным братом и дочерью. Никто не поддержит притязание Рейниры на трон. Прольется кровь. Ты король. Твой долг взять новую жену. Я решил объявить имя нового наследника. Наследник я. Война на пороге. Думаешь, люди примут меня как свою королеву? Женщина не унаследует железный трон. Таков порядок вещей. Я создам новый порядок. У твоей семьи есть драконы. Людям не стоит пренебрегать их силой. Если Рейнира придет к власти, она сможет пресечь любые притязания на трон. Железный трон должен быть моим. Она попытается меня остановить. Наши сердца едины. Нас ничто не объединяет. Неужели тебе никогда не хотелось занять железный трон?